Лайт видео, не лайт маршрута. У нас сегодня малый состав, три машины. УАЗ, Шевик и мы на красной. Соревнования отменились, поэтому седьмой мы... Седьмой канал у вас? Первый. Поэтому мы поехали. Слышно? В лес. А где? С кайфом. Многие узнают это место. Мы ездили вот здесь. Здесь мы вели стоковые Нивы. Сейчас маршрут стал более сухим. Просто ровно. Александр, Шеви Нива, две пневмоблокировки. 16-клапанный двигатель, 33-й CSN на 16-м диске. И теперь самое главное, новость сегодняшнего дня, парни. В красной Ниве теперь тоже две пневмоблокировки. А после завтрашнего дня мы ставим на доработку мотора, потому что, как видите, Костика 1.7 приказал долго жить, точнее колечки. Все, поехали дальше. Решили ехать через волшебный лес. УАЗик поднялся. А тут такая ступенечка. Прям хорошая. Сейчас попробуем. Опачки. А вот Костину здесь будет проблемно из-за короткой базы. В целом тоже все хорошо. Легендарный волшебный лес. Все нормально. Оп. Вот ты бы лучше вперед смотрел, когда ездишь. Зачем? Ну чтоб. Давай. Так. Все, и пошел. Подожди там перед канавкой. Вазген, а что он бы перепрыгнул? Да он здесь не пройдет. Вот сюда. Костян вот сюда зашел. Вот сюда. Мы ж там тоже не прошли. Можно было это все по речке объехать, кайфануть. Ну, парням захотелось места. Так, Костян уехал.
Все, выкручивай, выкручивай. Саш, влево, вправо, вправо. Все четенько. Все. УАЗик, кстати, как-то первый ушел. И вообще без проблем все проехал. Прям мистика. Обычно тут для УАЗиков это часа полтора было рубки. Продолжаем движение по волшебному лесу. Раньше дорога была внизу и там еще ниже. Сейчас это идет почти по самому верху. С кренами, с колеей. УАЗ у нас впереди академически все это прошел. Мы даже не успели это снять. Шевик тяжелый. Такой подгруженный. Также по верху иди, но следы УАЗика по верху. Каратыш вообще без проблем едет. Походу по правой. Тут кто-то отлично лебедился, хотя вот здесь мы на стоковых нивах проезжали полгода назад. И сразу налево, и туда, на речку. Старый добрый лес, да, Костя? Старый добрый лес. Соревки. Кайф. Все, поехали. Антоха, ну поскользись, братан! На камеру! Подскользнись! Подскользнись! Упади! Все знают, да? Водопад Ждановский, он же Крыло Ангела. Приехали так, чисто отдать должное и едем дальше. Нам еще далеко. Погодка сегодня просто сказка. Давно такой не было. Мы ее ждали всю весну. Все, почаевали. Водопад посмотрели. Поехали. Вот и у вас. Проблемы были с маршрутом. То ли блуканули, то ли не понимаем, куда ехать. Говорят, что надо было ехать отсюда и налево. Мы решили ехать прямо.
Ты хотя бы межой включи. Вот тут остановись. Хорошее место. Сейчас, наверное, все тут лебедиться будем. Симаксы висит на мостах. Мосты Спайсер. Да, Кость, плотно. Сейчас еще немножко отлебедят. А тут вот у нас есть жертвоприношение этому подъемчику. Без блокировок, спокойно на лебедке. Пытается цепляться, но не хватает. Все, у вас проехал. Дальше своим ходом. Но колея дальше все равно такая же большая. Там будут еще пару засадных мест, сказали. Просто колея. И выскочить из нее вариантов нету. Опять встал. И везде вот постоянно идет мостом. Штурман, который отдыхал. А я нажимал. А, я понял. Дверь же там не открывает. Да я тоже через окно вылазил. А у вас же не такие окна. Саша. Шеви. Ну, по идее, просвета еще меньше, особенно под передними рычагами. УАЗ вот до сюда сам доехал. Не, все. Вазген, ты здесь нужен? Очень быстро, Кос, помнишь? Очень быстро. Если на малых, он тогда зацепляет. А ты сейчас скользишь. Ну, Саша до поворота доехал. Только я один не поеду. Я думал, только я один не поеду. Не-не-не. На малых. Давай. Вот тут вот отличное место. Сдай назад. Медленней. Только назад не уедь. Кот. Ха-ха-ха.
Да, вонючая машина. Смотрите, как дымит. Ну, это последняя поездка этого движка. Полностью сгребает. Помогай. Шевик вырвался. Если он рычагами цепляет, то задний мост он тащит за собой. Мощный, мощный. Так Саша не давит, ты сам толкаешь. Окей, поехали. Красная по своему маршрутику. У нас свои траектории, да, Костан? Он тяжелый. Мы все идем на подъем. Только на задней пневме едет. Передок не подключил. Нормально прыгает. Да, если был бы дождь, здесь было бы... Это было бы долго. А вот это основной подъем. И тут, говорят, можно сутки сидеть. Там и ванны, и промывы, и колея. О! Разворачиваемся и туда. Выехали на перевал. Перевал. Хребет. Вот это Мархотский хребет, а это не знаю, это рядом какой-то проходит. Внизу поселок Адербиевка, там за горой Геленджик. Вот Черное море, город Дивноморск, Возрождение, по-моему, это все вот эти поселки. И сейчас поедем по хребту в сторону Сочи. До Сочи далеко, но в сторону Сочи. Все-таки красивые у нас места. А это гора Бацехур. День близится к своему завершению. Ну, в смысле, световой день. Но не наш маршрут. Наш маршрут еще около 10 километров. Вот. Мы едем в две машины. УАЗик у нас поехал по асфальту. До конечной точки. Мы пока рубимся по лесу. Что вот он? Прям лес. По лесу. Интересненько все время приду. Все, хорош, давай сюда. Ну, а че вы сразу так не поехали? Я буду знать, что он делает. Дядя Саша, что ты придумываешь? Да включи там блокировки, блин. У тебя же пороги. Он сейчас цепанет, блин. Да кого? Кино. Да и чё? Чё, как будто он сегодня дном ничего не черхал. Всё, камень прошёл, газуй.
Ребят, неожиданное окончание видео в светлое еще время суток. А маршрут-то был не короткий. Почти 37 километров мы проехали по лесу. Были и камни, и колеи, и грязь. Последний участок мы проехали двумя нивами, они подготовлены, мы просто ехали. Да, были пару моментов, там лужи, вставали, выходили, смотрели, но в принципе ничего такого критического. И последний спуск у нас, вот мы вот с этого, получается, перевала прошли и заехали сюда на речку, на всем известную речку. Я дальше уже записывать не буду, у нас дальше 40 минут. По грунтовым дорогам мы приезжаем на базу, где будем отдыхать. Так что да, я себя снимаю. Так что всем спасибо, что были с нами. Мы наконец-то выехали в лес, неожиданно, не планировано, не запланировано, но очень приятно. Что у нас, 2 недели подготовок к 3-му этапу UFO в Целине. А нас все пугают, что Целина будет жесткая. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь в Инстаграме, в Телеграме. На вот Константина, вот этого вот боевого пьющего человека. Он молодец. Рулит прям, научился. Вот прям гонки дали свое. Он начал лес и тачку чувствовать прям, особенно колею. Мне нравится теперь, как он ездит по колее. В общем, всем удачи и пока. Что ты там показывал на камеру, алкоголик? Я заслужил. Заслужил, я только что сказал, что заслужил. Вот. Александр не пьет. Никогда. Вообще, еще он очень хорошо жарит шашлыки. Нет, там Вазген жарит шашлыки. Сегодня есть у нас Вазген, который будет... Который уже ничего не хочет, он хочет просто принять горизонт. В караоке он хочет. А, в караоке, будет тебе караоке. И Антон... Который первый раз сегодня на оффроде вообще. Да. И сразу мы его в кукурузу. А что так? Обычно люди потом машины покупают внедорожные. Ну не знаю, подумаю. Да, да. Он сейчас поедет свою приору продаст и купит самокат. Однозначно. Чтобы вообще не ездить. Макей, тебе как, понравилось? Все, этому главное камни покидать и деревья повалить. Все, вот это... и сила, блядь. Вот и сила человечества. Вот, золотые слова. Все.